Привет всем прильнувшим к экранам любителям футбола. Смотреть игру с вами будут Константин Генич и Георгий Черданцев. Ждем захватывающий футбол. Яо Куаси. Друзья, мы что, будем смотреть передачи назад? Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Это может быть опасно. Нужно забивать и выходить вперед. Защита первая на мяче. Вынос. Атака остановлена, но кто получит мяч? Неаккуратная игра. Хороший по задумке пас. Спасает он свою команду. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. И подача туда, в сторону ворот. И выносится мяч из штрафной. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Озил. Увидел открывание впереди, делает передачу. Хороший пас на ход. И спасает сейчас свою команду голкипер. Да, действительно, замечательно играет на выходе. Перехват в центральной зоне. Месси. Это может быть опасно. Есть адрес у этой передачи. Хорошо увидел партнера впереди. Озил. Мяч за пределами поля. Угловой. И слишком сильно угловой подан. Мяч перелетает всех. Может получиться интересная атака. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Месси. Джерард. Это может быть опасная атака. Спокойно выбивает мяч далеко в поле. Джерард. Месси. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. Будут вбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Фарфан. Навес в штрафную. Отличный сейв вратаря. Джерард. Отлично сыграно, надо решать. Пас на ход может быть интересно. Мяч за боковой линией. Ну, послушайте, надо больше тренироваться. Так вводить мяч в игру нельзя. Штрафной ставит судья. Джерард. Пирло. Отлично увидел возможность из... И это шанс забить! Есть гол! Счет открыт! Ну что, лиха беда начала? Да, хочется надеяться, что этот мяч окажется не последним в этой игре. Секундная расслабленность, и вот, пожалуйста, она расплата.
Надо заметить, защитник откровенно прозевал этот рывок, так что винить он сейчас может только себя. Активнее сейчас хозяева будут действовать, судя по указаниям тренера. Да, уже, наверное, пора поиграть в прессинг. Яо Куаси. Арбитр назначает штрафной. Мы слышим свист трибун, это болельщики хозяев недовольны затяжкой времени. Гости выигрывают, торопиться им некуда. Если так дальше пойдет, то судья щедро добавит к основному времени матча минуту-другую. Выбит мяч из штрафной. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Фарфан. Вот это удар! Перекладина! Вратарь не без проблем, но справляется с ударом. Будет угловой. Самое скопление игроков угловой по. Нужно забивать! Спасает команду вратарь! Сыграл он действительно здорово, безупречно. Очень сложно было отразить этот удар. Мяч летит в центр штрафной. Отличный удар. Буатен. И подняли, по-моему, руки некоторые игроки атакующей команды, но рано обрадовались. Пол стадиона на ноги скачило. Даже мы с Георгием подскочили. Оказалось, зря. Арбитр посчитал, что мяч ушел за боковую линию, поэтому аут. Фарфан. В этой атаке оборону пройти не удалось. Месси. Проходит эта передача, может быть опасно. И выносится мяч из штрафной. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Это не вбрасывание мяча, а его выбрасывание. Ну, кто так играет? Выбивает вратарь мяч подальше из штрафной. Игра остановлена из-за нарушения, и тут ситуация вполне на предупреждение. Джерард. Вот это пас прекрасный. Находит эту передачу адресата. Опасно может быть. И есть гол ответный. Ничья у нас опять. Здорово сыграли. Молодцы. И исполняет, что называется, игрок. Буквально закатывает мяч в ворот. Откровенно издевательский гол, конечно. И сразу видно на перерыв.
Перерыв закончен. Команды на поле. Арбитр дал сигнал начинать. И у нас второй тайм. Поехали. И подает штрафную. Это видит игрока впереди. И удар должен последовать. Какое шикарное спасение. Великолепную реакцию демонстрирует голкипер. С ближней дистанции бил игрок. И взять такой мяч, конечно, было чрезвычайно трудно. Подали мяч с углового в центр штрафной. Мяч отобран чисто. Ну как, кто к нему успеет первым? Джерард. Хорошо увидел партнера впереди. Вот мяч из боковой в такой близости от штрафной потенциально очень опасен. Месси. Навес в центр штрафной. Вратарь отбивает мяч просто и надежно. Это, конечно, не стандарт, но и из аута можно извлечь выгоду, особенно так близко от чужой штрафной. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Грубоватый, по-моему, отбор был сейчас, но забивать можно! Офсайд игрок, по мнению судей, ничего себе! Ну и вот желтая карточка, то есть горчишник. Первое и последнее, так скажем, китайское предупреждение. Аут. Свистят болельщики гостей. По их мнению, хозяева тянут время. И мы это с вами хорошо видим. Это может быть опасно. Рамос. Ну, навешивай. Подача в штрафную. Там есть кому сыграть. Месси. Тут может что-то получиться. Забивать нужно. Выше ворот летит мяч. Если бы не вратарь, был бы гол. У нас счет равный. Посмотрим, останется ли он таким же после розыгрыша вот этого углового. И разыграть решили угловой. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Озил. Хорошая игра защитника, чисто сыграна. Просто подарил он мяч сопернику, наверняка получит нагоняй от тренера за это. Дорожить нужно мячом, а не дарить его сопернику. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Мяч. Да, это был удар на удачу. Озил. И тренер домашней команды дает указание перейти к командному прессингу. Любопытное решение, и давайте посмотрим, к чему это приведет. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Здорово отобрал мяч у соперника, так что тот даже, по-моему, и не заметил. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал.
Джерард. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. А сейчас вперед можно выйти. Пирло. Забивают они. И теперь, конечно, преимущество на их стороне. Смотрим повтор. Ну и где же был вратарь? Кукурузу, видимо, охранял. Именно поэтому задача игрока с мячом была максимально простой. Попасть в створ. После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Отлично сыграно. Надо решать. И подает в штрафную. Выбит мяч из штрафной. Мяч ушел на угловой. И прямо в центр штрафной мяч летит. И это шанс забить. Практически пересек уже мяч линию ворот. И если бы не защитник, счет на табло был бы уже другой. Но гола нет. Смотрим дальше. Хороший пас во фланг. Так, это удар. Мяч уходит на угловую. Так, сейчас грамотно поступил арбитр. Отложенный штраф, все по делу, все четко. Да, другой бы уже на этом месте свистнул. А вот этот, например, дал доиграть эпизод. Вот что любопытно, вспомнил бы он нарушение, если бы эпизод закончился голом. А? До конца он играл в этом эпизоде и спас свою команду. Момент! Забивай! 83-я минута матча. Это может быть опасно. Удар! Спасает вратарь, но мяч у атакующей стороны. Пока неплохо. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Вперед он мяч тащит. Джерард. Здорово все-таки они играют в пас. Тут только и остается, что нарушать команде соперника. Мяч в штрафной, не может его вынести защита. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Три минуты будет забавно. Нет, не дошел этот пас до Атаса. Мяч на фланге, и тут есть свободное пространство. Подача, чей мяч будет? Может получиться интересная атака. Нужно бить поворотом. Сейф, но атака продолжается. Этот парень делает финальный.